Добрый вечер, зрители «Актуальной правды». Мы сейчас находимся на 968-м избирательном участке, который находится в университете Драгоманова. На время 18:30 здесь уже проголосовало более 400 человек. На данный момент вы видите, что сейчас довольно пусто, избирателей никого нету, все скучают. Конечно, наше появление внесло некую радость и сумятицу, но ненадолго. А мы едем дальше. Мы находимся на 970-м участке, что на Ярославом валу. Как вы видите, можете у меня за спиной видеть, здесь избиратели голосуют более активнее, люди потихонечку подходят. Здесь уже проголосовало на момент 19:00 больше 600 человек из 1500. И как ни странно, уже на втором участке мы выявили нарушение, которое мы сейчас покажем. Ну вот, смотрите, я провожу эксперимент. Я хочу сейчас ознакомиться с кандидатами. Но буквально уже на втором я их не вижу. Вы тут пустые горщи так сели? И нет, подождите. Вы голова, как? Нас. А кто здесь управляет? Вы главный или не главный? Да. Так а зачем вас сюда поставили? Объясните. Получается, за целый день. Так. Никто не выявил этой проблемы. Они только что сюда сели. Я не знаю, я увидел сейчас. Я зафиксировал нарушение. И себя я лично не вижу вообще. В общем, фиксируем. Наблюдать или не фиксировать нарушения. Плакаты развешены как попало. Получается, целый день, когда избиратели не могли ознакомиться с кандидатом. Смотри, у вас голоса еще, у вас еще не закрылся участок, вы уже протоколы. Я не знаю, что вы там, честно, я без понятия. Я вижу, что у протокола сидите, заполняйте. Я прошу наблюдателей, обратите внимание, что протоколы сидят, заполняются. Мы не знаем, что там заполняется, но заполняется. Бюллетени еще в урнах, они не посчитаны, участок не закрыт. А протоколы лежат на столе, и что-то там пишется. Мы находимся на избирательном участке 976, он уже закрыт для подсчета голосов. За окном бесконечная стройка, сзади комиссия хаотично пытается подсчитать корешки. Всего проголосовало 541 избиратель, один бюллетень испорчен, 6 голосовало на дому. Всего здесь было 1272 должно было быть избирателей. Но как мы видим, явка намного малая даже, чем в прошлом году. Прошу зафиксировать наблюдателей, им выданы специальные конверты, в которые не помещаются эти остатки. Но она хочет запустить ключи, вы наблюдаете. Она выявляет, если вы кандидата будете оскорблять всех. Кого я оскорбляю? Зачем она хочет людей? Она, вы, а вы. Уважаемый, на такого депутата знать украшение. Уважаемый глава комиссии. На кого? Ты посмотри, что они делают. Люди сюда не имеют права вообще, милиционеры. Нет. А вы, как